ваше присутствие на земле. Сегодня они отнимают у нас нашу веру. А что за... Что? Эльфы займут ваши дома, лишат вас достатка, отнимут ваших детей, вашу жизнь. А что делает Империя? Ничего. Нет. Дяденька, монетки не найдется. Эльфская машина пляшет под будку Талмора. Она воюет против своих же граждан. Так восстаньте же! Восстаньте, дети Империи! Встаньте, братья! Тут в основном мелкие кражи и пьяные драки. Давненько у нас не было хорошего разбойничьего налета. И так тяжело жить, когда все мужики к тебе пристают. Но этот Барт хуже всех. Да, немного того, немного сего. Правда? Этот лютнист больше не будет за мной волочиться. Я бы благодарила богов, но пока поблагодарю тебя. Вот тебе деньги за помощь. Да, немного того, немного сего. Свежие фрукты и овощи каждый день. Ну, почти каждый. Кучу времени торчу за прилавком, чтобы освоить торговый улов. Мне нужен опыт, если я хочу в один прекрасный день обзавестись собственным домом. Если хочешь подработать... Жил, да, был Рагнар рыжий героем. Он стал как-то раз, он поднял я уже ненадолго. Погляди. Он куражился, выжился, врятся ничем, похваляясь, что враг ему всяк нипочем. Но вдруг Рагнар рыжий... Что тебе нужно, друг мой? Нежнейшая дичь, только что из леса. Поприкушки. Я помню, когда... Я ничего не делал. Когда война началась, мы друг другу в горло готовились.